Семья наркоторговцев скоро сядет на скамью подсудимых. Родственники наладили поставки героина в Приморье. Разоблачили синдикат сотрудники МВД и ФСБ, даже несмотря на то, что дилеры тщательно скрывались и вели бойкую торговлю онлайн. В ходе следствия установлено, что трое уроженцев Азербайджана, состоявших между собой в родственных связях, занимались хранением и распространением героина. Для того, чтобы длительное время оставаться в тени, члены группы использовали методы, которые уже хорошо знакомы опытным следователям. Например, покупатель переводил нужную сумму денег через услугу «электронный кошелек». Только после того, как наркоторговец получал уведомление о поступлении средств на счет, товар отпускали. Причем из рук в руки наркотики никто не передавал. Члены группы сообщали только адрес, где покупателя ждала очередная доза. Все эти так называемые закладки обнаружили следователи сразу после обыска по месту жительства задержанных. Стены одной из находкинских квартир скрывали наркотики, банковские карты, мобильные телефоны, электронные весы и деньги. Ни много ни мало 400 тысяч рублей. Следователям проведен комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Доказана причастность обвиняемых к совершению 5 эпизодов противоправной деятельности. Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Отмечу, за хранение и сбыт наркотиков обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Алина Черненко, Василий Косилов. Новости на Восьмом.